любил детей, был верным мужем, творил лишь добрые дела. Что он ушел, мы сожалеем. Все, кто его очень близко знал, верны ему, его идеям, кто никогда не предавал. Ушли внезапно, неожиданно для всех. Так говорят те, кто знал их лично. Владимир Наджаров, Игорь Чернавкин, поэт и композитор, были не просто профессионалами своего дела. Вдохновители, учителя, наставники. Организаторы литературного объединения «Новоивановская муза» и хора «Ветеран», они привлекали к искусству всех желающих. Чернавкин Игорь Евгеньевич, он сам композитор и ввел нас в искусство, познание искусства. Понимаете? Познание музыки. И мы, и так вдохновенно он нам преподавал эти все азы музыки, что мы как дома у него находимся. Приходим с удовольствием, нас никто не приглашает. Мы приходим и садимся, и в хоре занимаемся. Владимир Зубцов всю жизнь работал учителем физики. Никогда не думал, что будет писать стихи, пьесы, петь в хоре. Но познакомившись с двумя гениями, больше с музыкой и поэзией не расставался. Говорит, не верится, что их больше нет. Последователи и друзья Наджарова и Чернавкина до сих пор говорят о них в настоящем времени. У меня было такое ощущение, что я еду в библиотеку на встречу музовцев, и сейчас я пройду коридором, увижу Владимира Вагановича, который так поведет плечом, прищурит глаз слегка, встанет и начнет свою потрясающую, глубокую литературную лекцию. Для каждого в этом зале они сыграли свою особенную роль. Давали советы, подбадривали, иногда ругали. Об этом вспоминали в стихах и песнях. А чтобы сохранить память для жителей всего округа, последователи Наджарова и Чернавкина мечтают поставить им памятник на родной Одинцовской земле. Не часто такое случается, это, я думаю, может быть, даже впервые, когда сами жители, не дожидаясь никаких указаний сверху, решили почтить их память, собрали свои средства. И сегодня не просто какое-то чаепитие стандартное. Сегодня будет решаться вопрос, что сделать, чтобы помнить и Игоря Евгеньевича Чернавкина, композитора, и Владимира Вагановича Наджарова, нашего выдающегося поэта. Не боюсь сказать, что выдающегося. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».